Блин, как в Коране. Типа царь мертв, только не из нашей вселенной. От меня что надо? Он говорит, что это ты приперся. Ну хорошо, я приперся. А хер ли мертвых держать? Его дело, говорит. А почему я приперся туда? Что меня привлекло? Говорит, у себя команды. Что меня привлекло туда? Это ты так считаешь, что это нарушение правил? Ну, этот Тор так считает. Они никого не трогают, никуда не лезут. Сидят себе и сидят, говорит. Он Я говорит, торгую в что той вселенной. Когда? примерно 450 каких-то. Пусть покажет меня. А ты там была? Спросила. Почти человек. Что мы там делали? Это до фиолетовой, до Дюны получается. Зудены. До зверька. Есть информация, что после зверька. После вампиров. Или это вампиры есть? Да, вампир. Значит, они должны добровольно ее отдать дальше. Пусть отдают. Исчезает или сопротивляется? Растворяется. Немножко поддать энергии и все.
трещины большие. Какая-то планета, где очень-очень большие трещины. Огромные куски территории, такие как... Да фиг его знает, большие. Между собой разделенные трещинами, такими огромными. Человек не перейдет, как мосты между этими двумя берегами. Только там нет ни воды, ничего. Вот глубоко-глубоко входит. И здесь наверху там все зеленое такое. А там внизу ничего не видно. Просто как пара или дым, и все. И глубоко-глубоко вниз. Туда никто не ходит. Там никто не живет. Люди живут вот тут на поверхности, на этих плоскостях. Что-то произошло. Раньше она по-другому, скорее всего, выглядела, потому что рваные куски этой земли или, ну, ты понял, и как расползлось. Но это не та планета, где мы были. Нет, это не та. Но мы там были, это другой момент. Тоже вампиры. Но другие. Там по-другому. Да. Им нужно выключить что-то другое, а не просто. У меня нервная система все так отлипает. Такое ощущение, что я вот на стене все нервы такие прилеплены чем-то, я вот сейчас отлипаю. Там что-то другое было. Там другое было. Это было после того, как мы умерли там. Надо вспоминать. Они выключали человеческие чувства, что ли? Делали. Ну, как нервы вот у меня. Да, да. Делали как зомби человека или те, которые там жили. Вот именно полностью выключались. Зомби становились. Ну, холодные. Помнишь кино какое-то было, что? Он как впрыскивал что-то. Кусал, впрыскивал, потом вампир. Да, нервная система перестраивалась, и у человека только какие-то инстинкты были, но не было эмоций, не было, как нужно было внести что-то. Сейчас высплюсь, может, будем вспоминать. Сейчас пока нет того. Хорошо. Слишком много событий. Для... Она по чуть-чуть. Для... Да, она по чуть-чуть будет мне подгружаться. Mm-hmm. Уже если пробилась, уже если картинки пошли, они уже будут идти. Да уж. Очередная приятная смерть. Ну, других-то не было. В этой вселенной только. У Алекса была нормальная смерть. В бою. Честно все. Медленно складывается пополам вот так. И медленно-медленно опускается, и взрывы там. Ну, там мишки, сверла, поливалки, бомбардировщики, солдаты, мир мертвых, похерил, и я немножко забыл. Нормально. Все, что нажито непосильным трудом, как теней не хватает, куда душу надо девать туда. Сколько там душ, причем странно, как звездочки, кристаллики на виде звездочек. Это те, которые умерли холодными. Угу. Те, которые выключены, умерли. Сними скобы с кона той вселенной там. Фи.
ступеньки могут их нагреть, я могу их погладить. Вот, вот так пройти сегодня. Как хочешь. Можно? Вампир как ящерица. Они кусали и какой-то вводили анаболин, как это назвать, в общем, не чувствуешь ничем. Зачем? И как зомбировать, то есть подчиняли волю. Одинаковая энергия постоянно, они забирали энергию постоянно одинаково. Без разницы, не было так, что там раздражаешься или любишь, или что-то чувствуешь. Постоянно одного плана вот шла, вот ровное течение, и нужно было... энергия туда, то есть на одном уровне энергия с этой... Это не рептилия даже, ну ящер. Да. Болотный ящер какой-то. Отрабатывает технологию подчинения людей. Да. Рой бы подключен к ящерам. А ящеры контролируют каждый из десяток людей. Было проще людей зомбировать. И люди тогда... Вот у нас тоже на Земле раньше рептилоиды всеми религиями заведовали. Ну, тоже Ройские. Ну да. Ройские все. Религии придуманы были врагом в 15 веке, да? До этого религии не было. Вот оно откуда пошло, вот эти технологии зомбирования. Да, переносит сейчас. Да. Просто на одном уровне все полностью нет ни страсти, там, ни страха, ничего. Все полностью выключено, все. Ни высоких, ни низких, да. Ничего нет. Именно чувства, эмоции выключались. Чтобы не было разбалансировки верхней и нижней. Зомбирование мозгами, да. Как чтение молитвы. Вот они, все технологии скрываются. Как они нарабатывались, отлично. Нашли ящериц же, Рой изменил их. Эти ящерицы начали зомбировать людей. Круто. Еще один проект Роя. Ну, вспоминай, как мы там умерли. Что было? Я, наверное, вчера немножко виновата. Нет. Когда делала накидку, наверное, перестаралась. Да, нормально все. И все сегодня всплыло. Ладно, это ерунда. Классно.